فلو قد دقت من حلواه طعماً لا آثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنياً بزخر فيها فتنتا فلو قد دقت من حلواه طعماً لا آثرت التعلم واجتهدتا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد Переходим на новый урок Это «Кана, Кана и ее сестры Знаешь ли ты значение ниже следующих слов на арабском языке? Быть становится Продолжаться Не прекращаться До тех пор пока их значение на арабском это кана. Кан это быть. Асбаха это становится. Мазаля продолжать быть, не переставать быть. Мадама до тех пор, пока лейса. Ранее мы изучили глагол, то, что лейса это глагол отрицания. Сейчас прочитай предложение, содержащее предыдущие слова. Что касается Кана и ее сестры, Асбаха, Мазаля, Мадама, Лейса из сестер Кана, они являются глаголами. Они являются глаголами, и они приходят перед Муптадой и Хабаром. Перед Муптадой и Хабаром и отменяют хуком Муптади и Хабара. Отменяют хуком Муптады и Хабара. Эти глаголы, они приходят перед Муптадой и Хабаром. Если Муптада марфу и хабар марфоа при приходе кана или одной из ее сестер хукам Муптади и хабар меняется становится исмун кана или исмун асбаха исмун мазаля исмун мадама исмун лейса а хабар будет уже хабарун кана хабарун асбаха хабарун мазаля хабарун мадама хабарун лейса и хабар становится мансуб Хабар становится Мансу в патедже наспа, то есть с окончание. Скажем, Мухаммадун мучтахидун, Мухаммад старательный, Мухаммад мубтада, мучтахидун хабар и обе марфуа окончание с дамой в патеджи рафура. Теперь говорим, Каана Мухаммадун уже мучтахидан, окончание хабара с фатхай. Каана Мухаммадун мучтахидан, Мухаммад был старательным таким образом. كانا, говорим, فعلن مادن فعلن مادن времени, كان قبرم فعل ماد ناقص فعل ماد ناقص هذا غلغول برشيد شو времени شني محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة اسم كان مرفوع اي بريزنك هو رفعه الضمة مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة خبر كان منصوب اي بريزنك هو نصبه Почему Кана называют глаголом накиси недостаточным? Так как, например, если я скажу Кана Мухаммадун был Мухаммад, кем был Мухаммад? Непонятно. Требуется второе имя, чтобы дополнить смысл этого предложения. Говорю, Кана Мухаммадун Мучтахидан. Мухаммад был, кем был? Старательным. И здесь уже смысл дополняется со вторым словом, вторым исмом. Это мучтахидан. Понятно? И поэтому их называют глаголами недостаточными. Например, если я скажу «Захаба Мухаммадун». Ушел Мухаммад. «Захаба фиалун таммун». Это полноценный глагол. Почему? Потому что, когда я говорю «Захаба Мухаммадун», «Ушел Мухаммад», не требуется дополнение, куда ушел и так далее. А если я скажу «Кана Мухаммадун был Мухаммад», здесь уже не ясно, кем был Мухаммад. Требуется второй исам, второе имя, чтобы дополнить смысл. «Кана Мухаммадун», например, «Мучтахидан». Вот тогда уже понятно, что кем был Мухаммад. И поэтому их называют глаголами на кисах недостаточными глаголами так как требуется второе имя, дополняющий смысл этого предложения. Например, Баридан Фишитаи, Харан зимой погода была холодной, а летом стала жаркой. Вот, например, Канал Джау был погода, да, ну здесь погода в арабском языке мужского рода, и поэтому приходит глагол мужского рода. Ну, мы будем переводить «бла». Каналь джау – «бла погода». Если я скажу «бла погода», каналь джау, вот, и буду молчать. Есть ли смысл или нет? Нету смысла. И поэтому их называют недостаточными глаголами. Требуется третье слово. Раз, два, три. Или второе имя, дополняющее смысл – Кан Аль-Джау Баридан. Погода была холодной. Понятно? И здесь, например, если уберем Кана, будет Аль-Джау Баридун. Погода холодная. Аль-Джау будет муфтадой, Баридун будет хабаром. Приходит перед ним Кана. И Аль-Джау становится Исмун Кана. Марфуа, Аль-Джау и И признаком его аддамма, Баридан уже с Фатхой в Паттай-Джайнасп نقول خبر كان منصوب علامه نصبه الفتحه في جار شتائي اسم المجرور علامه جره الكسره بيناتنا اي كذا اصبح من اخوات كان اي كان اصبح حارا بينتنا استغلى جارقه حارا خبر اصبح خبرون اصبح و هو منصوب و признак его насба это Исмун Асбаха, потому что приходит Кана или Асбаха, потом Исмун Кана или Асбаха, а после Исмун Кана и Асбаха приходит, скажем, Хабарун Кана или Асбаха. Тогда в этом случае, например, Баридан – это Хабарун Кана, Алиджау – это Исмун Кана. Здесь, например, Харан – это Хабарун Асбаха. А где Исмун Асбаха? Исмун Асбаха – это скрытое место имени, подразумевается Хуа. Асбаха, Хуа Харан. Однако хуа скрыто. Понятно? И харан это хабарун асбаха мансубун алямату насбихи альфатха исмун асбаха. Это скрытое местоимение. Подразумевается хуа. Хуа. Почему не хия? Потому что погода в арабском языке мужского рода. И поэтому хуа, а не хия. Кунту тифлан. Сумма асбахту раджулян, я был ребенком, а потом стал мужчиной. Кунту тифлян, кана я куну быть, кунту я был. Вот это, когда тауль мутахаррик или тауль фаиль присоединяется местоимение к глаголу, глагол становится мабнина на сукун, мы это уже знаем. И поэтому кунту, кунту. А где вот этот алиф, например, алиф уходит, потому что над алифом в основе сукун и когда глагол присоединяется на та место имени, также превращается на сукун, становится сукун, и два сукуна встречаются, и алиф со своим сукуном уходит. Будет кунту тифлан. Я был ребенком. Ту это уже исмун кана. мабни аля дам фи махали рафа. Тифлан хабарун кана мансубун алямату насбихи альфатха. Здесь также асбахту раджулан стал мужчиной. أصبح تو أصبح هذا فعل هذا غلغل ناقص نعلم уже تو هذا مستعماية مبني على دم في محل الرفع هذا اسم أصبح اسم أصبح هذا تو также ي اسم كان ويزج أيضا ي اسم однако أصبح مبني على دم في محل الرفع رجلا خبر أصبح منصب علمت نصبه الفتحة يكون المسلم صادقا ولا يكون كاذبا مسلمانين يكونون يت правليم اين يكون المسلم صادقا يكون تفعا مداريع. هذا فعل مستمر المسلم اسم يكون اسم يكون الى اسم كان مرفوع علامه رفعه الضمه صادقا خبر يكون منصوب علامه نصبه الفتحه

كان المسلمون متحدين ثم أصبحوا متفرقين المسلمون بل يجيني أبا تومستالي رزبشون نمي كان المسلمون المسلمون جمع المذكر سالم أن مرفوع عدناك مرفوع سواو واو زمنية الضم إذا اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو متحدين تاكج جمع المذكر سالم إذن من أجرست في نوئي числе موسك وراد. هذا خبر كانا منصب علامة النصبية أليا. يبرزنا إيه كيفو نصبتيا. ثم أصبح متفرقين. هذا وول جماعة. هذا اسم أصبح في محل الرفع. متفرقين. هذا خبر أصبح منصب علامة النصبية أليا. بزنا كيفو نصبتيا. إذاك جمزةلة. صلوا زالة. إيه. إيه. إيه.

Я жил в деревне. Потом, два года назад, переехал в город. И до тех пор продолжаю, продолжаю, то есть не перестаю жить в нем. Вот кунту. Кунту аишу. Фикаряти. Сумма такалту. Или Мунду санатайни. Вама зилту. Фиха хатталяна. Здесь, например, Мазаля ⁇ это глагол из сестеркана. Ту ⁇ это исмун мазаля. Мабни алядам, потому что местоимение фи махаля рафа», в положении «рафа». И вот это глагольное предложение, говорим, фи махали насба», в положении «насба». хабарун мазаля. Лейса дарсу сарбан, урок не труден. Лейса ⁇ это также глагол недостаточный. Ферлон мадин накис из сестеркана. الدرس اسم ليس مرفوع علامه رفعه الضمه صعبا خبر ليس منصوب علامه نصبه الفتحه اصنبت الدرس صعب ده مبتدا خبر الدرس صعب اترك تردني потом отрицаем говорим ليس الدرس صعب رك нет труден здесь уже меняется видите حكم его полностью это اسم ليس а это خبر ليس бил муктадой и хабаром стал исмун лейса хабару лейса Марфур мансуб Марфур мансуб Марфур с даммой мансуб с фатхой нуха зама мадам аллаху ма мы не потерпим поражение пока аллах с нами вот мадама из сестер также кана лян нуха зама мадам аллаху маана мы не потерпим поражение пока аллах с нами вот мадама из сестер кана имя Всевышнего Исмун Мадама Марфуун Аляма Турафхи Аддама Маана хабаран Мадама Фи Махали Насб Сауса Айдука Мадумту Астатиру Я буду помогать тебе до тех пор, пока я могу Вот Мадумту Астатиру Ту это Исмун Мадама Фи Махали Рафа Астатиру это глагол настоящего времени, его действующее лицо подразумевается «ана» – это глаголное предложение «фи махали насб хабарун Мадама. Прочитай, прочитай этот диалог между учителем и студентом. «Аль-устазу» спрашивает «лимада лям тафали льваджибати?» «Лимада лям тафали?» – «Почему ты не сделал аль-ваджибати?» – «Домашнее задание». Лимада лям Почему ты не сделал домашнее задание? А то либо студент отвечает. я устаду. кунту маридан. Извиняюсь, о учитель, я болел, я был болен. Таким образом, видите, кунту, ту, это исмун кана мабни аладам фи Маридан, маридан хабарун كان منصوب علامة نصبه الفتحة الأستاذ وهل ما زلت مريدا يوشيت الاسبراشويت تي فسيو يشو بولن то есть не перестаешь быть больным вот это та اسمون ما مبني على الفتح في محل الرفع مريدا هذا خبر ما زال منصوب علامة نصبه الفتحة الطالب لا Васауфа ля. И студент отвечает, ля нет, сауфа афхалюль ваджибати льяума ля ля. Сегодня я сделаю домашнее задание с дозволением Аллаха. Заметили ты что-нибудь? Эти слова «кана», «асбаха», «мазаля», «лейса», «мадама» являются глаголами. Они имеют разные значения, но схожие в некоторых моментах. Как, например, то, что они ставятся перед именными предложениями, то есть перед муфтаду и Хабаром Аль-Джумлятуль Исмия, именное предложение. После них Аль-Хабар становится Мансуб, а Муктада остается, как и был Марфу с Даммой. Веди Кана в следующее предложение. Например, а то либо Мучтахидун, студент, прилежный или старательный, а то либо мухтада Мучтахидун Хабар, говорим «кана толибу мучтахидан» – «был студент прилежным или старательным». Таким образом. «А «Толибату ту мучтахидатун» – «студентка старательная». «Кана ти Толибату ту вот так говорится. «Была студентка прилежной». «Аль-Иджаба» – ответ. «Кана толибу Муштахидан. – «кана ти Толибату ту мучтахидатан» – «как уже было сказано». Внимание! В предложении «Ат-толибу муштахидун» мы говорим «Ат-толибу муктада марфуа». Муштахид – хабарун марфуа, как уже было сказано. А что касается предложения «Кана толибу муштахидан», мы говорим «Атолибу исму кана марфуа». Исму кана марфуа. Муштахидан – хабару кана мансуб. Таким образом – Теперь введи Мазаля в следующее предложение. Атолибу муштахидун, студент старательный. Атолибату муштахидатун, студентка старательная. Говорим. Мазаля толибу, мазаля толибу муштахидан. Вот так. Студент не перестает быть старательным. Мазаля ти либо то муштахидатан. И также студентка не перестает быть старательной. Аль Иджаба ответ вот. Мазаля толибу муштахидан. Мазаля толибу муштахидан. Мазаля ти толиба ту муштахидатан. Таким образом. Хунайдан на кулю. Здесь также мы говорим а толиб. Исму мазаля марфуа. Исму мазаля марфуа. И муштахидан ва муштахидан. Хабару мазаля мансуб. Это все уже было сказано. Это правило используется и в других глаголах. Таким образом, мы можем сказать, что все эти глаголы тарфауль мубтада хабара делает муктада марфуа и хабар насб. По причине схожести этих глаголов мы называем их сестрами. И старшая сестра среди них это кана. Поэтому они называются кана ва ахаватуха. Они также называются аль-афалу насиха. Аль-афалу насихату глаголы, отменяющие, аннилирующие глаголы. Почему? Потому что они отменяют, аннилируют хуком положение муптады и хабара. Муптада перестает быть муптадой, и хабар перестает быть хабаром для муптады. Отменяется полностью хук муптады и хабара. Уже становится исмункана и хабарункана. И поэтому аль-афхалю насиха, они также называются аль-афхалю насиха, аннилирующие глаголы, и называется аль афалю на Киса, недостаточные глаголы, как уже было сказано, потому что они ставятся в начале именного предложения, Джумлятун и Смиятун, которое состоит из Муктада и Хабар, и изменяют Ираб Хабара, ставит его в мансуб, после того, как он был марфуам, марфуан. марфуан. Мы рассмотрели пять подобных глаголов. Кана, Асбаха, Мазаля, Лейса, Мадама. Однако на самом деле их больше пяти. Рассмотрим их. Это как даля Далля. Что означает оставаться, продолжать быть. Например, Далляль устаду нашитан туля дарси. Что означает учитель оставался, продолжал быть активным весь урок. Вот Далля это глагол из сестер Кана. Аль устаду исмун адзалла марфуа ва аламату рафхайхи аддамма. Признак его рафхай это дамма. Нашитан хабарун залла мансуб ва аламату и признаком насбхи его насба аль фатха. Это фатха. И также сара, что означает становиться, превращаться, например, сара льма у что означает вода превратилась в леод. Видите? Вот в Ираби также. Исму сара марфуа. Салиджан хабару сара мансуб. Бидамма бильфатха. С даммой с Сара лайнабу забибан. Что означает? Виноград стал изюмом. Мабариха также и мафатиха. А также мамфакха. Что означает? Не переставать быть. Например, Мабариха Агдауна, Юстирун ал-Фитана Байнана. Наши враги не перестают сеять смуту среди нас. Вот так переводится. Идзма Мабариха Мафати а Манфакка. У них одинаковое значение. Это не переставать быть. Ма Бариха Агда уна Юстирун ал-Фитана Байнана. Мафати Агда уна Юстирун ал-Фитана Байнана. Манфакка Агда уна Юстирун ал-Фитана Байнана. Наши враги не перестают, не перестают, Мариха, Мафатиа, Мафака, не перестают сеять смуту среди нас. Таким образом. Здесь остановимся. Субханакаба би хамдика шадула иллянтахфирукатубилека. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.